А теперь к другим темам. В Каспийске мужчина с ножом напал на туристов. Об этом сообщает региональное МВД. Семья с ребенком в коляске шла домой после отдыха. Когда она переходила дорогу, водитель краем машины задел детскую коляску. Между родителями и водителем произошел конфликт. Мужчина достал нож и стал угрожать семье расправой. Очевидцы сразу же вызвали полицию. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 51-летний местный житель. В настоящее время ведется сбор доказательной базы. Расследование дела продолжается.